реакции украинской власти на ядерный шантаж, объявление частичной мобилизации и о том, как Александр Лукашенко, даже в сложившейся ситуации, продолжает совершенствовать растяжку, сидя в шпагате между Россией и цивилизованным миром. Эти темы обсуждаем с антикризисным советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Да, доброе утро. Вот давайте начнем, пожалуй, с частичной мобилизации. Судя по всему, это стало новостью для россиян, а для украинской власти это новостью не было, и украинская власть к этому была готова. Так ли? Смотрите, тут надо очень правильно понимать то, что происходит. Скрытая мобилизация в России идет все время. То есть Россия практически использовала всю свою контрактную армию ненадлежащим образом. Она ее практически уничтожила в Украине. И, соответственно, скрытая мобилизация проходила с 1 апреля. То есть они постоянно пополняли резервы на поле боя. Но при этом они брали, например, части готовых военнослужащих с контингента в странах ОДКБ, ослабляя те или иные свои фланги, например, дальневосточный, условно говоря, балтийское направление и так далее. То есть они в течение всего этого времени постоянно довозили резервы на поле боя. Сейчас они практически своей мобилизацией, они просто узаконили то, что они делали скрытым образом в течение всех последних 4-4,5 месяцев. Но сейчас еще другое. Если раньше они делали скрыто и как-то говорили своему народу, да, вот они ж любят там пропагандистские вещи все делать, они как бы народу говорили, смотрите, все идет по плану, СВО, это СВО, никакой войны нету, и вы не можете не волноваться, вы можете лежать на диванах и дальше там оскорблять Украину, мы ее добьем. Сейчас они своей мобилизацией публично объявлены, потому что это никакая не частичная мобилизация, это обычная всеобщая мобилизация. Они как бы народу говорят, смотрите, мы полностью утратили инициативу, мы не по плану воюем, у нас большущие потери, и, соответственно, мы хотим живым мясом, извините, пожалуйста, за эту терминологию, но это именно в российской пропаганде так звучит, мы хотим скомпенсировать проблемы на фронте. Но есть один нюанс, я хочу, чтобы вы его понимали тоже. Нюанс связан с тем, что это не стрелковая война, это война тяжелых калибров артиллерии, бронетехники и реактивных систем залпового огня. И, соответственно, люди России нужны только для того, чтобы заткнуть бреши в обороне и стоять, ждать, пока мы их будем там перемалывать хаймерсами и так далее и тому подобное. Принципиально мы все это понимали. Мы понимали, что Россия в любом случае будет идти на вынужденное признание необходимости мобилизации как таковой и в публичное пространство вытянет это. По сути, и президент Зеленский об этом неоднократно уже говорил, это не меняет то, что делаем мы. А мы делаем одну работу. Мы должны будем деблокировать свои территории в любом случае, иначе война бесконечна. Россия будет все время какие-то мобилизационные волны проводить. И по сути Россия в течение... Вот смотрите, как это сейчас выглядит. Это выглядит апокалиптически в самой России. Вы посмотрите, сегодня безумие идет там на каких-то призывных участках, военкоматах. Люди в истерике, в панике. При этом их насильным образом принудительно туда притягивают и так далее. Вот вы представьте, как Россия будет выглядеть в ближайшие 3 месяца. Это будет нарастать, вот эта истерика, паника, и эта страна превратится в страну 41-42 года. Михаил, ну знаете, вот мне кажется, все-таки такие же решения Кремлем, они принимаются, исходя в том числе из закрытых соцопросов, которые специально для Кремля проводятся. И, наверное же, есть какие-то аналитики, которые должны прогнозировать вот тот ужас, да, о котором вы говорите, который мы видим в соцсетях. Буквально каждые 5 минут какие-то новые видео, информация о том, что происходит в военкоматах и возле них. Но как же тогда можно было принять это решение, понимая, к чему оно приведет? И зачем его было принимать, если можно было дальше продолжать скрытую мобилизацию? Как вы думаете? Мы сейчас перейдем к мотивам принятия самого решения, но просто вы, мне кажется, до сих пор, мягко говоря, переоцениваете интеллектуальные способности современных аналитических центров России. Они абсолютно не знают Украину, и они абсолютно не знают собственное общественное настроение. Они идут по пути закрытого общества, да, где нету дискуссий и нету реальной социологии, и нету реальных замеров. Им не надо это делать, было все это время, потому что они выстроили силовую вертикаль, которая подавляла любой вопрос. То есть вот ты задаешь вопрос, и тебя за это подавляют. И, соответственно, у них сегодня нет объективной картины мира, и не может пока быть. Пока еще несколько тактических поражений они не получат и впадут в тотальную депрессию окончательную, они еще будут верить, что у них есть какие-то потенциалы.
Это на самом деле абсолютно не так. Поэтому, исходя из целесообразности того, что делает Россия, она будет идти от худшего решения к худшему решению, потому что, еще раз подчеркиваю, не понимает происходящее на линии фронта. Для нас принципиально все это не имеет никакого значения. Для нас принципиально имеет значение необходимость максимально быстрой деоккупации территории. А максимально быстрая деоккупация территории зависит от четырех факторов с нашей стороны. Первое – это качественное планирование контроперации, для того, чтобы было непонятно, что, как и где мы делаем. Второе – это качественное разрушение тыловой инфраструктуры оппонентов, ну, врагов, в данном случае Российской Федерации. А это мы можем достигнуть исключительно, получая дополнительные объемы высокоточного оружия от наших партнеров. Третье – это высокая морализация нашей армии. Но вы сами понимаете, что у нас даже проблем с этим не то, что нету, но и не может быть, потому что мы понимаем, что мы делаем, зачем мы делаем и на какой территории мы воюем. И, наконец, четвертое – это абсолютный консенсус общества, что, несмотря на все инициативы Российской Федерации, мы должны себе идти прямо. Я про другое хочу сказать. Я хочу сказать, что мы вот, понимаете, когда мы говорим о референдуме, о мобилизации, мы все еще остаемся в парадигме повестки дня, которую генерирует Российская Федерация. А Российская Федерация – это страна-аутсайдер. Не нужно жить в ее повестке. У нас есть, наоборот, инициативная повестка украинская. Она очень четко формирует следующие позиции. Мы должны дальше идти и освобождать территорию. Мы должны выйти на границы 91 года. Мы должны нанести тактические поражения России. Мы должны собрать наших партнеров, чтобы они достаточно жестко сказали России: пожалуйста, закончите употреблять слово «нуклеарное оружие», потому что Карибский кризис 2.0, который вы провоцируете, все равно приведет к ущербу только для Российской Федерации. Вот программа минимум, по которой мы должны дальше идти. Ну, смотрите, но если будут проведены так называемые референдумы, да, многие говорят, что потом понедельник, вторник будут определяющим во многом ситуацию дальше, если будут проведены эти референдумы, если Россия нарисует себе, значит, поддержку там 90%, и проголосует под руководством там, Валентина Матвиенко, кто там должен принять, да, эти так называемые результаты референдумов и присоединить якобы оккупированные территории Украины к России. Какими дальше будут действия Украины? Будет ли Украина продолжать деоккупировать эти территории? И не приведет это к тому, что, о чем вот всех пугает Путин, да, что тогда он сможет применить ядерное оружие, да? Понятно. Поэтому мы должны сейчас остановиться, сказать: все, извините, мы боимся, да, поэтому продолжайте. Смотрите, вот я хочу, чтобы вы понимали ключевые юридические положения. Вот смотрите, нету никакого референдума. Ну, у нас оккупированные территории, где находится оккупационная армия, и, соответственно, идут активные боевые действия. Никакое юридическое действие там невозможно, даже с нашей стороны невозможно. Даже в рамках международного права невозможно, а не то, что абстрактное проведение чего-либо с инициативы страны-агрессора. Россия зашла на территорию Украины. Смотрите, как это выглядит дальше. Давайте я просто объясню, чтобы вы перестали, ну, все время думать, вот они же там что-то объявят и так далее. Ну, это просто логично Россия выходит из того, что происходит в информационном пространстве. Это прям сразу хочется спросить об этом, да. Да, без разницы то, что существует в информационном пространстве. Давайте то, как это выглядит на самом деле. Смотрите, Российская Федерация заходит на территорию суверенного государства, не имея на это никакого мандата. Ну, то есть, по сути, объявляет, без причин объявляет войну. Она заходит на эту территорию, война идет на территории Украины. Мы начинаем защищаться, и по мере этой защиты мы начинаем выигрывать войну. Понимаете, конвенциональную войну. И что делает Российская Федерация? Она говорит: смотрите, я проигрываю войну, она всему миру говорит, и нам говорит. Смотрите, я проигрываю войну, теперь я буду действовать следующим образом. Раз я проигрываю, я скажу, что я применю ядерное оружие, поэтому вы сдайтесь. То есть я проигрываю войну, я, Россия, проигрываю уже войну, поэтому я скажу, вы теперь сдавайтесь. Дальше, смотрите, мы говорим: а, ну все, извините, мы вас боимся, вы действительно можете применить оружие, все, мы эти территории вам отдаем. Что делает Россия дальше? Она подумает: ух ты, как круто. Она заводит сразу свои танки дальше, например, в город Днепр, правильно? Ну а чего нет? Заводит в город Днепр, опять начинается война, она опять начинает проигрывать, а после того, как она начинает проигрывать, говорит: смотрите, мы называем Днепр своим городом, поэтому, если вы не признаете это, мы тогда используем ядерное оружие. То есть, соответственно, Россия, вот смотрите, как сейчас это выглядит, на 212-й день войны. Россия заходит в страну, воюет, проигрывает войну, но придумала: ух ты, какую формулу я придумала, все ж вокруг, ну, идиоты. Вот смотрите, я буду теперь говорить так: а мы теперь эти территории назовем российскими, ну, абстрактно назовем российскими, и скажем:
Если вы будете их защищать, свои территории Украина будет защищать в рамках международного права, потому что у нас абсолютный мандат, юридически обусловленный мандат и право на защиту своей территории. Если вы будете защищать свою территорию, я по вам ударю ядерным оружием. То есть Россия сейчас сидит, смотрите, ребята с низким интеллектом вдруг думают, ох, как все оказалось просто. Можно просто сказать, назвать любую территорию своей и сказать, если кто-то будет ее защищать, я ударю по вам ядерным оружием. Таким образом, Российская Федерация сегодня может зайти, например, в Эстонию и сказать, смотрите, мы считаем, эта территория наша, будете нам мешать, мы ударим ядерным оружием. Дальше, зайти в Грузию и сказать, смотрите, мы всю территорию называем Россией, будете нам возражать или сопротивляться, мы ударим ядерным оружием. То есть это настолько ничтожно, что я, честно говоря, поражен, когда мы начинаем говорить о том, что там проходят какие-то референдумы, что там будут какие-то цифры, что нам надо этого бояться сильно. Нет, для Украины, и президент Зеленский это неоднократно говорит, не меняется парадигма. Есть война, которую инициировала Российская Федерация. Есть международное право, которое гарантирует нам обязательность защиты своей территории. И мы это будем делать. Дальше. Есть разработанный сценарий Генерального штаба, как мы должны освобождать территорию. Мы будем идти по нему. И нас абсолютно не волнует, смотрите, не юридическое понятие референдума, а абсолютно не волнует пропагандистское шоу под названием референдум. Забудьте о референдуме. Нету юридического действия и нету никакой потребности слушать Российскую Федерацию, что она там какие-то территории назовет российскими. Михаил, вот вы упомянули о заявлениях по поводу ядерного удара. Что вы думаете по этому поводу? Вот то, что Путин сказал, что если что, мы применим, это не блеф там и все такое. Ну, во-первых, Путин очень много говорит, да, с 22 февраля, вы же помните, да, он там очень такой, помните вот это и легендарное его выступление, когда оно нагнулось вперед через стол, и знаете, такой, как человек трусливый, он такой через стол под камеру рассказывал, я сейчас эту Украину на колени поставлю, там какие-то... Ну да, а потом через пару дней говорит, давайте да. Собираться на переговоры, встречаться, Смотрите, любой человек, вот, господин Путин очень предсказуем по психотипу, его реакции, его слова, его выражения, они просто Россия надувалась, в том числе господина Путина надували как такого монструозного персонажа политического, да, и на самом деле все как-то серьезно воспринимают его слова. Да нет, у него слова нужны ситуативно только для него, чтобы вот этот показать браваду какую-то. Теперь, что касается ядерного, я все-таки отношусь к этому серьезно, но с какой стороны? Я считаю, то проблема, когда Российская Федерация, страна с абсолютно неадекватной моделью поведения, глобального поведения. Страна, которая не несет ответственности за нарушение международного права как такового, к сожалению. То есть она безнаказанно много лет себя ведет на разных территориях. Так вот, на мой взгляд, все слова про ядерное оружие, про не блеф использования ядерного оружия, это не проблема уже Украины. Украина все равно будет идти по своему плану деблокады своей территории. Это проблема глобального клуба ядерных государств. Смотрите, есть глобальная доктрина ядерного сдерживания, которую подписали все страны, имеющие, так или иначе, имеющие ядерное оружие. Она четко регламентирует применение оружия только в случае оборонительных действий по защите собственного суверенитета. Других моделей применения нет. Россия сегодня говорит, что она готова применить оружие инициативно, то есть как наступательное оружие. Это совершенно точно ломает доктрину ядерного сдерживания и должно принудить ядерное государство выступить с официальной или неофициальной нотой и предупредить Россию, что не позволит ей сломать эту доктрину, потому что это спровоцирует следующую ситуацию. То есть страны, обладающие ядерным оружием, смогут претендовать на любые территории безнаказанно и смогут перераспределить так называемые контуры глобальной безопасности. То есть необходимо остановить Россию от этого, но это должны делать только государства, обладающие ядерным оружием. Смотрите, ситуация для нас вообще выглядит парадоксально и для мира. Я не понимаю, почему все как-то на это не обращают внимания. Есть крупное ядерное государство. Оно зашло на территорию другого, не ядерного маленького государства. Оно проигрывает, ядерное государство проигрывает войну. Это очевидно для всех. И оно будет, да, война не закончится завтра, но война будет идти по сценарию Украины до финала правильного. И, соответственно, ядерное государство, которое проигрывает обычную войну, конвенциональную, бог с ним уже с этой войной, но тем не менее, оно прямо миру говорит, смотрите, а теперь я нарушу все глобальные доктрины ядерного сдерживания и буду атаковать не ядерное государство, а ядерным оружием. Вы понимаете абсурдность самого факта попытки атаки ядерным оружием не ядерного государства?
То есть тут не надо вот так вот, я имею в виду, спокойно к этому относиться, я имею в виду вот все страны, обладающие ядерным оружием. Они должны в конце концов осознать то, что происходит. То есть Россия угрожает применением тактического или стратегического ядерного оружия не ядерному государству. Это фундаментально меняет все основы, то, о чем мир договаривался 70 лет на протяжении 70 лет. То есть не дивно, что мы хотим ответить на это. Украина не может, у нас нету симметричного типа оружия. То есть мы можем выиграть конвенциональную войну, это однозначно, но мы с ядерным оружием не можем бороться. Поэтому страны, которые им обладают, должны выйти, посмотреть на свои договоренности, на вот эту доктрину ядерного сдерживания и согласно этой доктрине сделать ряд шагов. А они этого не делают? Ну, то есть сейчас не происходят какие-то действия для того, чтобы это дать адекватный ответ на вот такие заявления? Они делают. Смотрите, они делают. Но тут есть один нюанс. Один нюанс, который отличает Украину от целого ряда других стран. Мы перестроились к новому миру. Мы перестроились к новому типу конфликтов. Мы несем ответственность за это. Мы быстро думаем. Я так даже скажу прямо. К сожалению, другие страны, они слишком консервативны. Они до сих пор не могут принять для себя фундаментальные решения, которые касаются, что довоенного мира не будет. И что Российскую Федерацию нужно остановить в любом случае. Потому что нельзя допускать, чтобы какой-то субъект, глобальный субъект, начинал диктовать другие правила поведения для всех стран. И чтобы другой субъект, обладающий ядерным оружием, на полном серьезе угрожал неядерному государству. Это нужно остановить. Но для того, чтобы это сделать другим странам, нужно избавиться от консервативного мышления, которое доминировало в течение последних десятилетий. И, соответственно, мы это понимаем. Мы с ними ведем на разных уровнях переговоры. Я веду с другими странами, со странами-партнерами. Мы объясняем все риски такой эскалации. Мы объясняем, что это не вопрос уже давно Украины. Это вопрос слома контуров большой глобальной безопасности. И мы просим более активно продумать реакции и более активно их демонстрировать. Скажите, если вернуться уж немножко так от потенциального к тому, что реально уже сейчас происходит в России, это вот мобилизация этих 300 тысяч человек, разная картинка приходит, кто-то там бежит, кричит, ура, наконец-то меня мобилизовали, но все же больше видео из аэропортов, да, когда россияне пытаются выехать из страны. Да, и как-то массовее там людей побольше. Побольше. Какое значение будет иметь эта мобилизация на ситуацию на фронте? Действительно ли удастся быстро собрать 300 тысяч, их экипировать и отправить в Украину, чтобы как-то изменить ситуацию на передовой? Вы практически идеально отвечаете на вопрос. Это же Россия. Они не смогут ни быстро собрать, ни тем более мундировать, ни тем более подготовить, отренировать. Они контрактную армию не имели, адекватно подготовленную к современным типам войны. То есть они не смогут мобилизовать офисный плантон в таком объеме, да, ну, то есть обмундировать его, научить его провести слаживание, да, соответственно, и отправить на фронт. Это первая составляющая. Они будут это делать как-то, но оно будет выглядеть ни шатко, ни валко. Вторая составляющая. Для современных типов войн живая сила в любом объеме не столь принципиальна, сколь принципиально получение правильных объемов военной техники, высокоточной военной техники. Все российские так называемые успехи, в кавычках, да, это успехи ударами крылатых ракет по гражданской инфраструктуре. Вот там они наносят нам потери, в том числе среди мирных граждан и так далее. На фронте Россия воюет крайне неэффективно. То есть у них даже контрактная армия, еще раз подчеркиваю, особенно вот эти части специального назначения, которые в начальные месяцы войны используются, они практически все уничтожены и выбиты вооруженными силами Украины. Это говорит о совершенно разном типе и качестве подготовки нашей и российской армии. Поэтому я считаю, что все эти мобилизационные вещи, которые в России начались, они нужны для другого. Опять же, они нужны исключительно в пропагандистских целях. Во-первых, чтобы убрать вот этот нарастающий негатив по поводу и Харьковского контрнаступления, и возрастающих экономических проблем, и истерики по поводу того, что все идет по плану. Ну, я с иронией говорю. И по поводу того, что сам господин Путин чувствует себя аутсайдером, то, что мы увидели в Самарканде. И вот даже обмен пленными. Вот это все, чтобы убрать как-то, вот эту всю негативизацию, которую она ставит, придумана мобилизация, которая должна людей вогнать в другую эмоцию, в шок, да, и, опять же, на некоторый всплеск патриотизма, который очень быстро закончится, как только начнут более потоково идти похоронки.
Поэтому мы все это понимаем, и мы должны к этому с вами... Да, к сожалению, это увеличит стоимость этой войны для нас. Мы не хотим увеличения стоимости, потому что у нас ребята умирают, которых мы любим, да, а у них умирают вообще непонятные мутные типажи. И, соответственно, мы, конечно, не хотим увеличения стоимости войны, но нам придется идти по этой дороге. У нас, еще раз подчеркиваю, если кто-то не до конца это понимает, у нас нет вариантов, ни одного варианта для того, чтобы сохраниться. У нас будет буча по всей территории, если мы проиграем. То есть они будут резать везде, потому что мало того, что это было в марте, да, они это делали в марте, еще не настолько интенсивной войны. Сейчас они нас настолько люто ненавидят на всех уровнях, что у нас буча будет, если мы проиграем везде. Мы же не хотим своим детям, своим семьям правильно вот этого. То есть поэтому мы должны будем абсолютно точно закончить правильно эту войну. Михаил, спасибо вам большое. Это был Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса президента Украины, с которым мы обсудили частичную мобилизацию в России и ядерный шантаж Путина.